А у нас во дворе... Сквер на улице Гаражной на себя взяли сотрудники городской администрации. Их главная задача – очистить Калининград от опавшей листвы, веток и накопившегося мусора. Некоторым чиновникам такая массовая уборка города напомнила детство. Ходил вместе с родителями, целыми объединениями, предприятиями. Было очень интересно. Сегодня нам повезло, отличная погода, поэтому сегодня тоже вот наших коллег там более 170 человек, плюс еще организации, работающие в городе, не связанные с мэрией города, тоже подключились к нам. Опавшую листву, а конкретнее несколько сотен мешков, из города вывозили все выходные. Спецтехника сделала полсотни рейсов. Следующий большой общегородской субботник намечен на весну.